Магнитогорский «Металлург» пополнил свои ряды двумя нападающими. После трехлетнего перерыва в родную команду вернулся воспитанник местной школы Алексей Кайгородов. Чемпион мира среди юношей, юниоров и молодежи, а также чемпион России и обладатель Кубка европейских чемпионов. Кроме того, клуб заключил контракт с двукратным чемпионом мира Александром Семиным. В карьере 31-летнего игрока более 700 матчей в НХЛ, в которых он забросил 254 шайбы и сделал 296 результативных передач.